Приехали в ботанический сад. Будем любоваться цветением георгин. Посмотрите, как их много. Приглашаю погулять вместе со мной. Георгины цветут и астры. Какие интересные, двухцветные. Еще многие в бутонах, а некоторые уже и отцветают. Маленькие какие красивые георгинки. Какие лохматые, белые, красивые. Многие еще в бутонах. Так что, в принципе, если вы еще не были в ботаническом саду в Киеве, имеете возможность приехать, приезжайте. Еще есть на что посмотреть. А вот какие красивые, пестрые. Разнообразие георгин, конечно, просто впечатляет. Вместе с георгинами еще вот такие вот красивые цветут калы, каны. Какой лимонный цвет бесподобный. В прошлом году было очень много помпонных. Такие красивые георгины. А в этом году что-то я не вижу помпонных. Но очень многие еще в бутонах. Может быть, они в бутонах. О, какие красавцы! Огромные, солнечные, яркие. Даже не верится, что лето пробежало и скоро осень. И уже начинают цвести первые, самые ранние хризантемы. Это все астры в ботаническом саду. Какое разнообразие цветов, оттенков. Кто-то игольчатый, кто-то пушистый.
А сколько над ними кружатся бабочек? Игольчатые мои любимые. А это какой бесподобный цвет! Спасибо, что погуляли вместе со мной. Надеюсь, вам тоже очень понравилась эта цветочная красота. Пока-пока!